поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Каждый человек в своей жизни должен сделать что-то, чем он и однажды его дети будут гордиться. Одним из таких людей является Талгат. И сегодня вместе со своими друзьями он организовал акцию «Подари добро детям». Мы делимся на группы, человек по 10, едем на различные точки города, то есть это гостиный двор, где сейчас мы находимся, центральный рынок, фирма «Мир» и «Семья». То есть там будем петь песни детские, это вот «От улыбки станет всем светлей», бременских музыкантов, дабы собрать деньги для детей из детских домов. Вот. Затем мы их соберем, почитаем и съездим, отвезем. Купим то, что им нужно, то есть в зависимости от потребностей для детского дома. И тем самым поможем им как-то. Просят обычно либо какая-то бытовая техника, либо это ремонт, сладости, там какие-то вкусняшки. Помогать детям нужно, поддерживать их. Все-таки государство не может, так скажем, помочь, не всеми силами. Молодые люди дают охотно, и девушки, и мальчики. Поколение старое, к сожалению, уже ничему не верят, и поэтому денег дают редко. Наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла. Помогите детскому дому номер 9. Не оставайтесь в стороне.